московского диверсанта. Но я эту песню услышал после войны, когда уже она прошла народный контроль, и народный контроль избавил ее от национальности этого самого диверсанта, обработал эту песню без всякого упоминания, что это, какой нации был подлец этот. Но весь сюжет сохранился, и мои сверстники вспоминают с небольшими вариациями, но все равно одно и то же. Итак, я его восстановил в своей памяти, но немножко продолжил. А коричневая пуговка валялась на дороге, никто не замечал ее в коричневой пыли. Но мимо по дороге прошли босые ноги, босые загорелые затопали прошли. Ребят шли гурьбою от дальнего поселка, Алешка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, никто не знает точно, на пуговку Алешка ногою наступил. А пуговка не наша, ребята закричали, и буквы не по-русски написаны на ней. К начальнику заставы ребят побежали, начальнику заставы скорей, скорей, скорей. «Докладывайте точно», — сказал начальник строй, и карту перед ним большую расстелил. Вблизи какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, 4 дня искали, забыв еду и сон. На 5-й отыскали чужого незнакомца и тут же оглядели его со всех сторон. А пуговки-то нету у заднего кармана, и шиты не по-русски, широкие штаны. А в глубине кармана патрона от нагана и карта укреплений советской стороны. Вот так шпион был пойман у самой у границы, никто на нашу землю и ступки не пройдет. В Алешкиной коллекции на пуговках хранится, за маленькую пуговку ему большой почет. В Алёшкиной коллекции та пуговка хранится, на маленькую пуговку ему большой почёт. Восстановил я эту песню и зацепился глазом за слово «коллекция». Оказывается, наш пытливый следопыт накопил целую коллекцию фрагментов костюмов разоблаченных им диверсантов. Естественно, можно воспеть столько его подвигов, сколько экспонатов его коллекции. Я и попробовал, так что желающие могут последовать моему примеру, а я попробовал воспеть еще одну пуговку, найденную Алешкой. И снова чья-то пуговка свалилась на дорогу, и снова потерялась в коричневой пыли, и снова по дороге пошли босые ноги, босые загорел, зато по ней пошли. Опять пошли ребята от дальнего поселка, на этот раз Алешка шел сразу впереди. Он пуговку заметил и буковки отметил, и смог чужого дядю в заставу привести. А пуговки-то нету на самой на ширинке, и самая ширинка не русской ширины, а глубине ширинки на самой серединке отчетливые снимки советской стороны. И наш пилот был пойман у самой у границы, никто на нашу землю ни ступь не пройдет. В коллекции Алешки и пуговки, и брошки, и кнопки, и застежки, и кольца, и сережки, трусы, и полсапог, часы, и босоножки, и 2 сухих какашки, и нашей толщины.